все устали от войны и все надеются, что то перемирие, которое сейчас есть, может перерасти в мир. Война, которая идет между людьми, говорящими на одном языке, в стране, где никогда не было там религиозных конфликтов. Но я не мог даже предположить, что в Украине можно разжечь такой конфликт. Эту войну начали политики, они ее должны закончить. Чем занимаемся? Работаем. Страх, естественно, есть, присутствует, как у нормального, любого адекватного человека. Ну, а деваться некуда. Так как все-таки родился в Авдеевке, всю жизнь прожил с осознанную. Ну, в принципе, зарплата, естественно, тоже держит. Потому что ехать некуда, здесь и родители живут, и жена здесь же работает. И уезжал на месяц, это было в феврале месяце этого года. Ну, вернулись, а куда? Когда здесь было попадание, у нас, слава богу, не было здесь никого, мы уже успели закончить смену и уехать. Мы об этом узнали, в принципе, из интернета и на следующий день, когда приехали на работу. Конечно, для всех было шоком то, что такое попадание, и, ну, страшно вообще-то было. То, что мы смогли своими силами, мы все это сделали, убрали, привели в порядок для того, чтобы цех все-таки мог функционировать. Мы прекрасно знаем, что завод без нашего цеха не может обойтись, потому что мы ремонтники, малейшее какое-то что-то, мы нужны здесь. Поэтому мы знали, что это нужно, это наш завод, а завод — это наш город фактически, потому что без завода города не будет.